Локомотив грузового поезда сошел с рельсов около полудня на станции Космодемьянск. Состав двигался по маршруту Ярославль-Александров. В результате аварии железнодорожный переезд в поселке оказался заблокирован. На место оперативно прибыли специалисты. Произошел сход локомотива на двухпутном участке движения Ярославль-Александров. Пострадавших нет. Подошел восстановительный поезд, ведутся работы по восстановлению. В данный момент работает комиссия, которая установит причины. К месту аварии со станции Ярославль-Главный прибыл восстановительный поезд. Вагоны отцепили и увезли. Со слов специалистов, о причинах ЧП говорить рано. Нужно дождаться заключения специальной комиссии. Но эксперты настаивают, железнодорожное сообщение не пострадало. А вот автомобилистам некоторое время приходилось двигаться в объезд через село Ширине, а это плюс 10 километров. Но такие неудобства временные. До конца дня рабочие обещают освободить переезд и восстановить движение транспорта. Александр Панкратов, Антон Комаров. День в событиях.